машина сломалась. Я сломался, я стою на аварии. Можно толкнуть, давайте. У вас машина сломалась. И что? Вот именно, какая разница, что она там, знак стоит. Как мне? А я здесь чем мешаю? Вам поможем толкнуть туда, и все. А здесь чем мне мешаю? Ходи к моей частной собственности, я тебя сейчас забью, понял? Ты мне будешь платить нахуй за нее, понял? А ты подходишь к машине, которая не твоя, ты видишь? Иди сними, что она на аварии, я на вас нахуй дам, понял? Я тебе сказал, Ты купи ее сначала. Ты купи, ты пешком ходишь, ходи пешком, понял, блядь? Чё, блядь? Вот ты туда залезешь, чтобы на своем драгулете на мотоцикле, понял? Где-то что-то переход, я на нем не стою. Это вот молодые люди меня поставили. Сейчас я ебачку заклею, слышишь? Ты что такое? Вот это что? Ваша машина сломалась, вы сами сказали. Я тебя стою. Вообще ему права-то надо ему отобрать, у него по-хорошему. Никогда ему не давать. Ему на велосипеде даже не ездить нельзя. Ну как он теперь? Мазаев Дмитрий Викторович. Административный штраф в размере 100 рублей будет вынесен. Все, спасибо. До свидания. Вы что там снимаете? Скажи, да, здесь вот люди перестраиваются, чтобы повернуть. Так тебе, еще раз положишь мне на это, на машину. Я тебе кто тебе заставил на сот, на частную сотку платить? Камеру, гриву. Успокойся. Камеру, гриву. Знаешь, жесть, не заснимай. Я твою рубашку трогаю? Успокойся. Рубашку трогаю я? Успокойся. А его рубашка мешает только ему, она мне не мешает. А мне она мешает на частную собственность. А я не мог прикрутоваться с вами. Я говорю, я тебе приду домой, раздену тебя, и твои трусы буду трогать. А не надо, пожалуйста. А не надо, пожалуйста. Трусы буду трогать. Трусы мои другие. Да. Знаете, чтобы она не мешала. Позвучно снять. Кто это? Это нарушитель. Кто? Работник прокуратуры, правильно я понял? Да, работник прокуратуры. Я вам говорю, я сейчас дежурный прокуратур. Вы знаете, в Кировском районе Иванченко. Откройте, пожалуйста, свою. Я вам показываю, вы покажите свой нагрудной знак. Вот посмотрите. Так, Абдул Муслимов, Рамзан Абдулович. Спасибо, давай. До свидания. Дальше. Сотрудник прокуратуры. До встречи. У вас какие вопросы? Прекратите снимать, пожалуйста. Нет, у вас не имеет права снимать на видео. Я все понимаю, имеете полное право на это. Снимайте. К нам не подходите, мы вас я не снимаем. Я сколько раз уже был в этом интернете, я уже устал сам на себя смотреть. Еще раз здравствуйте. Вы уедете? Мужчина. Вы уедете? Я серьезно говорю? Я жду человека, мне надо... Вы посреди... А, вам нахать? Все хорошо, не вопрос. Посреди дороги стоите. Какой дороги посреди? Вот этой дороги. А что тебе не нравится? То, что посреди дороги стоите. Ну и что? Как ну и что? Чего вы ругаетесь-то? Мы вас попросили, вы отказались. Чего вы ругаетесь-то? Пошел нахуй! Не ругайтесь. Не ругайтесь. Пошел нахуй! Подойди тут. Я тебе сейчас яйца оторву, понял? Вот. Ты что, не хватает что ли? Проблемы какие-то? Да, возьми себе. А я его снял. Мы с
сказали камеру убрать, ты не убираешь. Давай ты сказал машину убрать, нахуй. Нихуя не убираешь. Хам не трогай. Нормально, без камеры убежишься. А что вы снимаете? Что снимаешь? Я тебе сейчас сфоткаю, в туалет повешу. Ты, блядь, покафать не будешь. Что снимаешь камеру? Сейчас мы подойдем, переживай. Допустим, ты ее наклеил, да? Сами, блядь, подожди. Он все снимает без вашего разговора. Блядь, а урок, блядь, сейчас вас всех унесу. Бля, позвони этому. Реально, товарищ, позвони, я посмотрю, как будет сделать. Эй, если я эту хуйню услышу, это из-под земли достану, под земли достану. Хорошо? Держи руку. Держи руку. Давай. Сюда я буду, если, короче, ты к кого-нибудь пойдет. Все хорошо. Снимай. Я ему не верю. Я закону верю, а не ГАИ. Я закону. Покажи мне книгу, пожалуйста. Я тебе сказал, братан, короче. Это в интернет пойдет, я сразу говорю. Это в интернет пойдет, я тебе сразу говорю. Я тебе сказал. Да не вопрос, это в интернет пойдет. Все, это да, салам алейкум. Также, какие проблемы? Все, вы уехали, все.